Жестоких лидеров могут заменить только новые лидеры, еще более жестокие. Я всегда буду мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля. На Кубе нет условий для становления сталинской системы. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Нужно уметь становиться грубее, сохраняя в себе свою нежность. Молчание — это продолжение спора другими средствами. Помните, что революция необходима и что каждый из нас в одиночку ничего не стоит. Каждого человека можно выслушать, но не с каждым стоит разговаривать. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность, нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что все скрывая, вместе с тем все выставляет на показ. Жизнь отдельного человека стоит в миллион раз больше, чем все имущество самого богатого человека на Земле. Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден. Всегда следует думать о массах, а не об индивидуумах. Об индивидуумах думать преступно, потому что интересы индивидуума ничего не значат перед лицом человеческого сообщества. В ревности больше себелюбия, чем любви. Не следует устраивать волокит с судебными разбирательствами. Эта революция, доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все — банда преступников и убийц. Передайте Фиделю, что революция не закончена, она все равно восторжествует. Скажите о леди, пусть снова выйдет замуж, будет счастлива и позаботится, чтобы дети хорошо учились. И прикажите солдатам целиться хорошо. Я знаю, что ты пришел убить меня. Стреляй, трус, ты всего лишь убьешь человека. Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Но откуда уверенность, что он работал в реалистической манере? Я не освободитель. Освободителей не существует. Люди сами освобождают себя. Будьте реалистами, требуйте невозможного. После революции работу делают не революционеры, ее делают технократы и бюрократы, а они — контрреволюционеры. Печально не иметь друзей, но еще грустнее не иметь врагов. Те, кто умирают, оставляют после себя свои благодеяния и уносят с собой свои грехи.
непременно до победы. Родина или смерть? Чтобы добиться многого, вы должны потерять все. Революцию совершает человек, и человек должен ковать свой революционный дух каждый день. Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь. Участь революционера-авангардиста возвышена и печальна. Жизнь человека в миллион раз дороже мне, чем все богатства олигарха на земле. Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет. Страсть нужна для каждого великого дела, а революция требует большой страсти и смелости. Каким бы путем ни пошло человечество, не может быть все сведено к чистогану, пошлости и побрякушкам комфорта, и за защиту человеческого достоинства можно пожертвовать жизнью. Истинным революционером движет великая любовь. Невозможно себе представить настоящего революционера, не испытывающего этого чувства. Если есть сомнения, следует убивать. Насколько легко управлять, если руководствоваться с волей народа и принимать все меры, которые способствуют его благосостоянию. Неважно, если я упаду, до тех пор, пока кто-то другой возьмет мой пистолет и будет продолжать стрелять. Естественно, мы расстреливаем и продолжим расстреливать до тех пор, пока это будет необходимо. Завывая как одержимый, я обогрю свое оружие в крови, и, обезумев от ярости, буду рубить головы побежденным. У нас революция. И революционер должен стать бездушной убивающей машиной, побуждаемой чистой ненавистью. Чтобы отправить человека на расстрел, судебное доказательство не нужно. Все это – порядки буржуазных элементов. Не стреляйте. Я Че Гевара. Живой я вам больше пригожусь, чем мертвый. Мы пойдем победным путем даже ценой жизни миллионов жертв атомной бомбардировки. Мы не должны позволить угаснуть пламени нашей ненависти. Мы должны раздувать его до стадии пароксизма. Я хочу признаться, папа, что мне очень нравится убийство. Эрнесто Че Гевара, легендарный революционер, латиноамериканский государственный деятель, известный как командант Кубинской революции. Кроме Латинской Америки, Гевара также действовал в Республике Конго и других странах, полные данные до сего дня засекречены. Прозвище Че подчеркивало его аргентинское происхождение. Междометие Че – очень распространенное обращение в Аргентине. В 2000 году журнал Time включил Че Гевару в списки 20 героев, и иконы героя и кумиры 20 века. В 2013 году его рукописи были включены в число документального наследия ЮНЕСКО,
в рамках программы «Память мира». 8 октября 1967 года Че Гевару все же поймали и взяли в плен. А 9 октября 1967 года пришел приказ от командования уничтожить сеньора Гевара. Палачом вызвался быть некий Марио Тиран, 31-летний сержант боливийской армии, пожелавший отомстить за своих друзей, убитых в боях с отрядом Гевары. Ему был отдан приказ создать видимость, будто Че был убит в бою. Тело легендарного Че Гевары привязали к полозьям вертолета и доставили в Вальегранде, где выставили на всеобщее обозрение. После того, как военный хирург ампутировал кисти рук Че, 11 октября 1967 года солдаты боливийской армии тайно захоронили тела Гевары и еще шесть его соратников, тщательно скрывая место захоронения. Но говорят, что Че Гевара убивал детей и насиловал женщин и солдат. Верить этому или нет, решайте сами.